концертном зале в этот день не было ни одного свободного места. На праздничный прием приехали женщины разных возрастов и профессий со всего города. Среди них были и молодые мамочки, и те, кого уже давно называют бабушками и прабабушками. И все поздравления и песни в этот день звучали в честь прекрасной половины человечества. Сегодня весь мир отдает дань уважения, почтения вам, замечательные женщины. Сегодня даже по особому заказу в Кемеровской области плюсовая температура. Не всем так повезло. Именно вы, дорогие женщины, в силу своего позитивного настроя на будущее, на судьбу детей, внуков, правнуков, всегда активно поддерживаете новые идеи, новые начинания в нашем городе, всегда готовы трудиться и созидать. Всегда первыми выходите на субботники и праздники. Именно на ваших уникальных душевных качествах, доброте, стремлении сделать мир вокруг себя чище и прекраснее, светлее и держится вся Россия, весь Кузбасс и наш город в том числе. В связи с весенним праздником и в честь празднования юбилея области лучшие ленинск-кузнечанки, представительницы различных профессий, были награждены медалями 75 лет Кемеровской области. А глава города вручил медали за особый вклад в развитие Ленинско-Кузнецкого третьей степени и почетные грамоты администрации городского округа. Свои творческие номера милым дамам в зале подарили лучшие творческие коллективы города. Приятный подарок приглашенным на торжество женщинам сделали студенты Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума. В холле ДК они развернули настоящий салон красоты. Прически, макияж, маникюр – все это совершенно бесплатно. Это очень приятно, особенно для женщин, еще в преддверии такого великого праздника, великолепного праздника. Мне очень хочется поздравить, во-первых, вот коллектив педагогический и тех, кто сегодня трудится здесь, из девочек, с праздником. Пожелать им успехов, самое главное, успехов в их будущей профессии. Это великое дело – делать нас красивыми. Спасибо им. В этот день неоднократно звучали слова благодарности в адрес дорогих женщин. И это замечательно. Ведь сколько бы хороших, добрых слов мы им не говорили, сколько поводов для этого не придумывали, лишними они все равно не будут. Виктория Спицына, Василий Обухов, Ленинск ТВ.